Фанаты «Игры престолов» гадают, сколько Starbucks заплатила за рекламу в четвертой серии. Никотинка с бровями. Ланнистеры, услышь мой рев. Старки, зима близко. Таргариены, двойной капучино с ванилью без сахара. Если в следующей серии Серсея не будет пить водку Путинка, то я не понимаю, почему этот продукт плейсмент начали. Элекси Кей. Стакан, очевидно, был добавлен в результате постпродакшена. Это никакая не ошибка. Интрига только в том, кто получил за это бабки. Сама студия или обычный парнишка, делавший композитинг. Марат. Интегрированная реклама, хорошо еще плаката фон Бет нигде не висела. Кинориум. Твое лицо, когда хочешь стать правителем семи королевств. Но все только и говорят про стаканчик из Starbucks, который ты оставил на столе. Мвайра Вилдшипив. Скрытая реклама? Не, не слышали. Он саппорт Делететис про Филлипс. Мне так нравится эта ситуация со стаканчиком из Старбакса. Его существование на столе в одной из сцен, в принципе, в одной сцене, будто приземляет сериал и все там происходящее на уровень камон, это же просто кинцо, расслабьтесь, кстати, вот вам вещица из нашей реальности, радуйтесь. Андрей. Не пойму, то ли я посмотрел проходную серию кассового сериала, то ли самую высокобюджетную рекламу Starbucks. Борис Попов. Это не ляп. Если посмотреть полный кадр, то стакан попадает в золотое сечение. Не заметить это оператору нельзя было. Поэтому, либо это реклама, либо жесткий троллинг зрителей. Я склоняюсь ко второму. Синкси. Идеальный продукт плейсмент, сделать вид, будто забыли убрать стакан Starbucks из сцены. Медуза. Песня Cold Brew. И, латте, в Винтерфелле пир. Все пьют алкоголь и только Дейнерис кофе из Starbucks. Виталик 4774. Это не ляп, это очень дорогая реклама. Starbucks кафе. TBHV Resurprised She Didn't Order A Dragon Drink. Эндрю Дживароб. Хм, Starbucks, молодцы. Ждем появления iPhone в кадре.